Из-за сжигания мусора в Суздальском районе теперь на 4 дома меньше. Сильный пожар случился в селе Суворотское. По предварительной информации, один из жителей сжигал мусор в бочке, искры попали на рядом лежавшую солому, а поскольку погода была ветреной, огонь быстро распространился по сухой траве на деревянные дома. Да еще звонок в пожарную охрану поступил слишком поздно. Огонь успел охватить строение. В результате сгорели 4 дома, 2 жилых и 2 дачных, на общей площади 308 квадратных метров. На пожаре пострадал 17-летний парень, его госпитализировали с ожогами. Причина пожара устанавливается, но наиболее вероятное – несоблюдение пожарной безопасности при сжигании мусора на придомовой территории. Кстати, за минувшие выходные это был не единственный пожар из-за мусора и сухостоя. Всего в тревожном ведомстве за 2 последних дня зафиксировали 93 пала травы. Общая площадь таких пожаров составила около 500 гектаров. На нарушителей особого противопожарного режима составлялись административные протоколы. Выявлялись факты сжигания мусора, пал в сухой травянистой растительности. Также у нас были случаи выявления поджигания сухой травянистой растительности детьми, по которым сейчас проводится мероприятие в рамках комиссии по делам несовершеннолетних. Сотрудниками государственного пожарного надзора было составлено 71 административный протокол. Органам местного самоуправления за сжигание мусора и разведение костров было составлено 26 протоколов. И за содержание территории, за несвоевременную уборку сухой травянистой растительности было составлено 64 административного протокола.